Добрый день, с вами Елена. Сегодня меня нет в кадре. Сегодня я хотела вам рассказать, немножко показать сербские дороги. В Сербии есть платные и бесплатные дороги. Сейчас мы едем с вами по платной дороге и приближаемся к пункту, где платят деньги за проезд по дороге. Проезд зависит от того, сколько километров мы проехали. Вот от нашего города Смедрево до Путарины, как называется, доплачем Путарину, 50 километров. И за это мы заплатим 130 динар, а 130 динаров это 60 рублей. На первом пункте мы взяли вот такую карточку, билет такой. После мы его покажем на пункте. Как раз мы приближаемся, сейчас я покажу, что представляют из себя эти пункты. И заплатим эти деньги и поедем дальше. Ну вот едем. Хочу рассказать, пока приближаемся к этим пунктам, хочу вам рассказать, что платная дорога, она, видите, разделена. Встречная есть, да, по которой мы едем, встречная. В каждой полосе, так сказать, по две полосы, то есть не больше. Если у нас в России можно увидеть 2, 3, 4, то в Сербии по 2. А если бы мы с вами поехали по бесплатной дороге, мы бы с вами проехали 45 километров до Белграда, потому что по платной 50-45, и там по одной полосе. Максимальная разрешенная скорость на платной дороге это 120 километров. А максимальная скорость по бесплатной дороге это 100. И иногда где-то есть и 80. Если мы едем мимо маленьких городов или деревни, то там ограничение 50. Вот как раз мы с вами подъехали к пункту, где заплатим мы сейчас 130 динаров. Это мой муж. Здравствуйте, Бубан. Здравствуйте. Куда он ушел? Вот теперь нам приходится ждать. Ну, пока я сделаю вам такой обзор. Вот. Шлагбаум закрыт. Сейчас мы, когда заплатим, шлагбаум нам поднимут, и мы поедем дальше. Вот. Получили мы свою сдачу, открыли нам шлагбаум, дали нам чек, вот муж показывает, что заплатили мы. Вот, пожалуйста. Видно, думаю, сфокусирует. 130 динаров мы заплатили, едем дальше. Ну и за счет ремонта. Я у мужа спрашивала, как ремонтируют. Ремонтируют за счет государства, да? За счет государства. И обе дороги платные и бесплатные, это все государственные. Вот что я вам хочу сказать. Еще хочу сказать, что мы направляемся в Белград, да, и про пробки. Пробок практически нет. Да не то, что практически, вообще нет. Если сравнить с Москвой, находишься в 15 минутах езды до какого-то места, а можешь, если что-то непредвиденное там случилось, пробка, можешь ехать 2-3 часа. А здесь нет, здесь если собирается несколько машин, то это может быть только из-за ремонта дорог. Или же, например, если произошла авария, то это быстро все решается. Посмотрите, за окном у нас осень. Вот такая вот, видите, ровненькая, хорошая дорога. Спасибо за просмотр. Спрашивайте меня, подписывайтесь. Приятного пути, будьте внимательны на дорогах.